Сегодня у нас 27 апреля 2017 года. Вот это, мы находимся недалеко от Потеряевки. Вот там вон брат Никита едет. Вот. Мы решили с ним посмотреть, что тут жгут. Видимо, опять поля зажгли, и вот до логов дошло. Благо, сейчас весна. И лога очень широкие, там много воды идет. Так что огонь не должен перейти на эту сторону. Вот так вот. Я думаю, слишком далеко ехать. Что туда есть? Через лога она не должна перейти. Широкий лог там с водой сейчас. Ну, вот так вот, слава богу. Все. Аллилуйя.